Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 2 ноября. Я решилась на заказ орхидеи. Да, вот так в прошлом году я снимала видеоролик, как ведет себя растение в посылке при минусовой температуре. Да и у нас, как уже вам известно из моих постов, выпадал снег, и температура ночью тоже была минусовая. Ну, вот так вот. Как говорится, себе не прикажешь, своему орхохомяку не прикажешь. И вот, посылочка пришла ко мне с Ярославля. Там находится одна орхидейка. Пришла она очень быстро, отправлена 28-го. А 1-го уже вчера, в понедельник, она была на нашей почте. Но я уже не успевала, поэтому забрала ее сегодня, 2 ноября, утром. Так. Хочу распаковать и заодно посмотреть и вам показать, как дошло растение. Там один цветочек. Вот так, с утеплением. В принципе, продавец сказал, что все должно быть нормально. Не мне сказал, но я там читала в комментариях. Девочки тоже беспокоятся, как говорится, и хочется, и колется. Ну, вроде бы продавец опытный человек. Уже не первый год с этим продавцом, поэтому некие доверительные отношения имеются. Вот. Ну и я себе тоже решила не отказать. Такая орхидея у меня уже есть в коллекции, но я подумала, почему бы не взять еще одну. Так, пошуршим немножко, потерпите. Вот. И заказала еще препарат от клеща. Тедеон, по-моему, называется. Вот так выглядит пузыречек. 10 мл. Угу. Вонюченький. Даже через пакетик попахивает. Отложим пока. Так. Больше всего интересует растение, как оно дошло. Ну, в принципе, я за почту не переживаю. В самих отделениях почтовых сейчас уже тепло. У нас, по крайней мере, давным-давно и в филиалах, и на центральной, на главпочтамте включили отопление. Вот. Ну, а посылка идет очень быстро. И сомневаюсь, что она могла где-то подмерзнуть, дать дуба. Вот эта детка. Крапчатая. Крапчатолистная, да, как мы любим называть. В конопушечках листочки у нее. Так, немножко воглая газетка. Как назло, начинаются скидки. И вот эти вот заманчивые цены, они не дают покоя, не дают успокоиться. Вроде бы уже все, говорила себе, все, не буду рисковать. И, ну, ладно. Так, ну что ж, не терпится уже все. Еще я вам сегодня покажу кое-что, вот такую коробочку распакуем, вместе посмотрим, чтобы данное видео не было скучноватым. И вот она, моя красоточка, она как огурчик, листочки, никакого обморожения, ничего нету, корневая тоже, как видим, отличная. Вот в торфстаканчике таком будем делать посадку, и зовут ее Diffusion, да, Diffusion. Вот, ну, это одна из фабрик, вы уже знаете. Вот такие конопухи. Каждое растение, конечно же, уникально, имеет свою какую-то прелесть. Вот, ну, я захотела еще одну в коллекцию. Вижу паутинку. Вот, так что обязательно сейчас будет обработана, отставлена от всех остальных. И проведу несколько обработок этому растению. Так,
Ну что ж, я очень рада. В принципе-то все прекрасно. Растение само по себе по качеству отличное. И дошло замечательно, несмотря на такие условия. Продавцу большое спасибо. Я хочу продолжить. Покажу вам вот такую штуку. Заказала я для своих дел. Это pH-метр. Вот такой мне приехал. Смарт-сенсор. Выбирала и остановилась вот так, на таком небюджетный вариант, так скажем. И необходим он мне прежде всего для изготовления питательной среды. Для того, чтобы у меня уж вообще сомнения как бы какие-то мои личные прошли, да, оставили меня терзания. Вот заказала прибор, с помощью которого уже все будет 100%. Так-то я пользовалась лакмусовыми бумажками. Это совсем такой бюджетный вариант, но он такой себе, на глазок. Вот, но здесь в нашем деле нужны более точные показатели. Давайте сейчас посмотрим. Я еще им не работала, все только собираюсь. И вот, наверное, на днях буду с помощью этого прибора изготавливать питательную среду. Ну, питательную среду я буду так изготавливать, на которую у меня все и так неплохо получается. Кстати, вот о результатах делилась последнего посева. Там взошли маленькие протокормики, начинает зеленеть. Очень радостно поделилась на своей страничке ВКонтакте данной новостью. Так, здесь есть вот такие калибровочные пакеты по две штуки, каждого с помощью которых этот прибор настраивается. В принципе, теорию я всю изучила. Осталось перейти к практике. Но эти видеоролики, они довольно-таки специфичный характер носят и нравятся не всем. И вот как раз для тех, кому нравятся такие видеоролики, опытные, так скажем, я буду публиковать на своем Бусти канале, страничке на своей Бусти. Это страничка авторского контента. В ней я публикую только свои наработки по выращиванию орхидей из семян в домашних условиях, вот, ну, в простых, как у меня, да, не в лабораторных, но тем не менее вот такими приборами я обзавожусь. Кроме того, я хочу поблагодарить спонсора. Люба, тебе отдельное спасибо, которая захотела, узнав, что я приобрела такую важную штуку, захотела поучаствовать и немножечко проспонсировала. Вот, Любовь с канала «Мой мирок орхидей». Она тоже приезжала ко мне, мы делали совместные посевы с ее коробочек. И вот как бы она тоже заинтересована в этом деле, поэтому знает, как все сложно и непросто, не понаслышке, не только с экранов своих гаджетов, но и воочию, можно так сказать. Вот такой прибор, с помощью которого я и буду далее изготавливать питательную среду. То есть измерять буду вот этот вот pH получившегося раствора питательной среды, на котором растут маленькие, всходят семена, появляются протокормы и растут маленькие сеянцы орхидей. У нее должен быть небольшой разбег, то есть от 4,8 до 5,5. Вот в этот коридор кислотности необходимо попасть для того, чтобы семя удачно и быстро проросло, а также в дальнейшем беспрепятственно развивалось. Ну, кроме того, что и без того очень много нюансов по всходам, вот один из факторов, который может играть ключевую и роковую роль, я как бы уже для себя исключу. И у меня останется только один единственный фактор, по которому семена орхидей, посевы не дают результативных показателей. Это будет сами семена, дело в самих семенах. И для этого я приобрету
в дальнейшем, если кто-то хочет поучаствовать, то, пожалуйста, также на страничке Boosty я объявила сбор средств на микроскоп. Помните, несколько лет тому назад я вам показала микроскоп с AliExpress, довольно-таки бюджетный, но с помощью него мы много чего насмотрели, много дел наделали и много чего узнали, много я вам чего рассказала. Но пришло время, и он у меня сломался. И уже на этот раз я хочу более лучшую модель себе приобрести для дальнейших своих, так скажем, экспериментов и работ. Поэтому сейчас такое положение, все вы знаете, на YouTube блогеры вообще ничего не зарабатывают, никаких выплат нет. И кто, если хочет помочь, поучаствовать в данном интересном деле, пожалуйста, присоединяйтесь, реквизиты, или же можно подписаться на мою страничку на Boosty, стать либо платным подписчиком за практически символическую сумму в месяц. Можно стать подписчиком и просматривать все доступные материалы, либо же просто без подписки сделать небольшой взнос в наше, так скажем, общее дело, интересное дело. Вот. Ну а на этом все. Я благодарю вас за просмотр. Был сегодня вот такой видеоролик. Я надеюсь, что вам понравилось. И приглашаю вас в дальнейшем следить за судьбой и этой маленькой красавицы, а также за моими работами с помощью данного прибора. С вами была Татьяна. До новых встреч!